Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательного поэтессы Вероны Шумиловой. Композиция называется «Услышь, создатель, голос мой». Музыка исполнена самого Романовича из цикла «Жившая поэзия». Создатель, голос мой земной, оберегай влюбленных и любимых, и подари любви святой, и занеси в число тобой хранимых. Ты подари безгрешный путь к любви, ты подари светлое блаженство, чтоб не скрывать желания свои, чтоб испытать любви все совершенство, чтобы познать глубины и высоту любви дарованной, на счастье ваше, чтобы познать любви ту красоту, что выше туч, что звезд далеких выше не сути. Создатель, если вдруг любовь нарушит все свои законы, любовь не рождена для слез разрух, она разрушит стены все препоны. Слышь, создатель, голос мой земной, оберегай влюбленных и любимых, и подари им мир любви святой, и занеси тобой хранимы, и подари им мир любви святой, и занеси в число тобой хранимых, и подари мир любви святой, и занеси число
родимы. Спасибо за внимание. С вами был Самвел Пурмович, музыкальная композиция «Экспромт». Услышь, создатель, голос, мой, стихи, герой, шумел.